следующую фразу еще раз пишем. Значит, екнули. Не екаем. Поехали. Тихие, теплые вечера, и покрыт тревожною сон тишиной. У вчерашних мальчиков гимнастерки новые и письмо от мамы с собой. Здесь всю ночь горела звезда одинокая, и туман прозрачный лежит у реки. Березы белые, травы высокие, враг не должен дальше пройти. Все, дети, на сегодня.